Господи, еле-еле. Так, компания. Окей. Быстрый старт. Давайте быстрый старт. Так, сложность я хотела на трудном, но легендарный это, наверное, вообще жопа. Это просто другое. Блин, как сейчас все тупило, я не знаю, почему только что какое-то обновление установилось. Я знаю, что меня еще никто не видит и не слышит, но все равно. Это было ужасно. Куда-то летим целой толпой. Похоже же, что на Хейла летим. На огромный орел, который... Понятно, откуда появился. We made a blind jump. How did they get here first? The Covenant ships have always been faster. As for tracking us all the way from Reach, at light speed, my maneuvering options were limited. We were running dark, yes? Until we decelerated, no one could have missed the hole we tore in subspace. They were waiting for us on the far side of the planet. So, where do we stand? Our fighters are mopping up the last of their recon picket now, nothing serious. Только что за девушку говорит. But I've isolated approach signatures for multiple CCS class battle groups. Make it 3 capital ships per group. And in about 90 seconds, they'll be all over us. Well, that's it then. Bring the ship back up to combat alert alpha. I want everyone at their stations. Everyone, sir? Everyone. And Cortana. Hmm? Let's give our old friends a warm welcome. I've already begun. Ага. Короче, это... ну, это типа корабль. Девушка, это как... мозг корабля, в общем-то. Я так это понимаю. Привет, Кирилл. Какое лицо? У меня нет камеры на Xbox. Это все прекрасно знают. Вместе просто его не видно. We are going to blow the hell out of those dumb bugs until we don't have anything left to shoot them with. And then we are going to strangle them with their own living guts. Am I right, Marines? Sir, yes, sir! Игра просто 100% американская, меня это прикалывает. Уж мне эти разговорчики. All you greenhorns who wanted to see coming up close, right. This is gonna be your lucky day. Прикольно. Whoa. Sir? Right. Let's thaw him out. Okay. Bringing low-level systems online. Cracking the case in 30 seconds. О, выпускайте, мастер. Универсальный солдат. На армянина. Ну да, сильно. Или на грузина. Я так особо в ней не разбираюсь. Но на кого-то похож. Вау, 60 кадров. Ничего не... не лагает. Все. Офигенно, они первую часть, конечно, переделали. Мне очень нравится. Я буду кайфовать. Вау!
Эй, эй, ты в порядке? Are you okay? What the hell? У меня нет оружия еще. А-а-а! Не хочу туда идти. Почему, когда появляется мастер Чиф, начинается жопа? Дайте мне оружие. Я не могу драться с ним в рукопашку. Как кнопка драться? No weapon, да я вижу, ёпперс. Держать стик нажатым. Не очень удобно. Чуваки, у кого-нибудь есть оружие? Фак, это нападение ковенантов, походу. Вы чё, все безоружны? Охренеть. А, вон оружие есть, но мне не дают. Дайте профессионалу оружие. Давай, Кирилл, пока. Привет, ладно, я пойду. Да без проблем. У меня все равно стримчик такой. Как это? Как его обозвать-то? Короче, я не думаю, что здесь будут люди сегодня. Без камеры всем сразу неинтересно. А у нас в России эта игра Halo, она вообще как не считается вообще крутой. Я знаю, что она крутая, я буду в нее вникать, играть. А вообще на америкосы там молятся на этого мастера Чифа, а у нас в России это не принято. Да вы охренели. Дайте мне оружие. Что за лаж? Чекпоинт за чекпоинтом. Я не обижаюсь, ты чё? Удачи, давай, пока, до встречи. Всё такое. Чё мне обижаться-то? Спасибо, что хотя бы зашёл, поприветствовал меня. Good to see you, Master Chief. Things aren't going well. Cortana did her best, but we never really had a chance. A dozen Covenant superior battleships against a single Halcyon class cruiser. With those odds, I'm content with three. Make that four kills. Sleep well? No thanks to your driving, yes. So you did miss me. Report! Shit! You must have been one of their boarding parties. I'd guess an antimatter charge. Ma'am! Fire control for the main cannon is offline! Captain, the cannon was my last offensive option. All right then. I'm initiating cold protocol. Ага. Но она не настоящая. That means you too, Cortana. While you do what? Go down with the ship? Да ничего себе потяжка. In a manner of speaking. The object we found, I'm gonna try and land the Autumn on it. With all due respect, sir, this war has enough dead heroes. Нормально так искусственный интеллект так делать сиськами. Чтобы мужикам было приятнее в путешествии, короче. Lock in a selection of emergency landing zones, upload them to my neural lace, and then sort yourself for a heart transfer. Aye, aye, sir. Which is where you come in. Давай, Чиф, выясни, что там происходит, что за Хейла нарисовалась. Какого черта? I understand. Я понимаю. Кто же, кроме меня, это делает? Until you initiate a landing sequence. Not that you'll listen, but I'd suggest letting my subroutines handle the final. Короче, чтоб ты меня слышал, я сейчас проникну в твою голову. Ах ты какой! Это что такое? Дополнение какое-то? Или что? Как ты его добавишь? И вообще, почему его там нет? Your architecture isn't much different from the Autumn's. Меня засунули во флешку и тебе в голову.
тебя тут очень даже приятно. Все, теперь у меня эта девчонка будет в голове разговоры разговаривать. Так, а где мне оружие взять? Опа! Так, у меня есть пес. Фак! Как перезаряжать? Он сам меня перезарядит. Как бить? О, есть приближение. Ага. Отстрелять. Ага, все, зашибись. Зашибись, управление удобное. Короче, такой искусственный интеллект вообще. Мне будет очень сложно со временем. Голая баба в голове. Ну да, прикольно. Автомат. Автомат, шпен. Да, шпен. Что не сдыхаешь-то? Противно. Ё-моё, 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 они мне щит сняли. Короче, ага. Сначала снимается щит, потом уже мое здоровье. То есть, если мне щит сняли, я еще могу передохнуть. Чё ты подбегаешь ко мне? Ух ты. Вау, инопланетная пушка. Так, а вот это два, это что обозначает, интересно? О, он мне их не пришел, очень нравится. Их, блин, их не, надо же было такое сказать. Классная. Классная пушится. Выходи по одному. Ай, это гранаты. Все, я поняла. Как их кидать, я еще пока не поняла. Я вас всех уничтожу. Вломились к нам на корабль, охренели вообще. Ну хотя мы вообще-то на их Хейла хотим вломиться. Но они все равно охренели. Ой, что-то у меня здесь джойстик задрожал. А, эта пушка, она перегревается, ее не надо заряжать. Чуваки, чуваки, как? Чё, как, чё, как? Держитесь еще. Держитесь. Упс. Так, как гранаты кидать? А, правильно, правильно. Правильно нажала. Надо. Е-е-е, красиво. Они умерли. Так, а куда мне? Блин, у меня уже патроны закончились. Что за килограмм? Ой! И он мне в ответ тоже.
что такое? О, какое-то другое оружие. Ой. Ага. Оно, значит, накапливает выстрел. Кому зарядить-то? Че разбежались сразу? Так, там какой-то проход был, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что это был за проход. О, у меня какой-то щит появился. Это просто плюшечки. Так, что у меня теперь? Два пистолета, херня какая-то получается. Кас, привет. Два пистолета. Не хочу два пистолета. О. Должен быть один автомат, один пистолет. Сколько он, интересно, оружия может носить за раз. А, это мои солдаты. Блин, ребят, простите. Ау, ау, ау. Граната так долго взрывается. Да ёшкин! Еще одна такая граната и... Прощай, мастер. Вы уже несколько дней вроде как разводитесь. Ты уже давно бухаешь. Ты держись там. Берем сердце. Е-е-е, достижение. Пас, это очень грустно. Мне жалко. Я не знаю, может быть, конечно, ты не расстроен. Хотя, если ты бухаешь, скорее всего, все-таки расстроен. В любом случае, я тебе сочувствую. Наверняка, если не любовь, то привычка еще какая-то осталась. Hello! Хеллоу. Вот. Фига, 600 патронов. На. Что-то со здоровьем у меня вообще печаль. Наверное... А, ну, аптечек вообще не дают. Я не знаю, где их брать, как они выглядят. Это меня смущает вообще. Уйди оттуда, я гранату кидаю. Я-то после четверга не бухала, тут пришел к ней, она меня послала. А, в смысле, ты... Хотел все наладить, что ли? Какая-то у тебя черная полоса в жизни. Бывает. У меня сегодня последний день отпуска. Мне от этого тоже... Ну, не так, как тебе, конечно, но тоже грустно. На работу пилить. Какие-то обязанности сразу. Так, стоп, я же тут была уже.
Я же была тут, что за фигня? Чё щитов тут понаставили? Не пойму, я назад что ли иду? Сейчас посмотрим, если будет чекпоинт, значит я иду не назад. Дайте аптечку! Игра, почему ты так жестоко? Ни одной аптечки еще не было. Не знаю, Кас, наверное, развод хуже. Но ничего, у меня еще одна неделя в этом году остается. Если захочу, могу ее отгулять попозже. Просто сейчас столько игр выходит, и у меня не будет времени в них играть. Ес, аптечка. Хотя, найду время. Кого я обманываю? Covenant, on the landing above us. О, чекпоинт, я иду правильно. Отлично. Мужики, держись! Ковенанта охренели. Блин, гранату что ли кинули? Офигели вообще. Я боюсь подниматься, они мне сразу пришли. Да умри ты! Ага. У меня уже руки от сопли отрывали. Nike Fire, привет! Бля, вот война, бля, вот звездные войны, нахрен. Когда же вы все сдохнете? О. Прорываемся вроде. Жень, привет. Как жизнь? Прошел God of War. Я видела, что ты что-то уже другое стримил. Я, короче, ребят, вчера Ведьмака прошла. Наконец-то. Это было, правда, без стрима концовка, потому что... Я вообще не ожидала, что я пройду. Потом раз, финальный босс. Фак! Ай, граната ко мне прилипла. Опа, моментально загрузка. Это не может не радовать. Так вот. В общем, финальный босс. Мне было очень сложно его убивать, у него были дурацкие доспехи, я забыла прокачаться. Это был просто ад. И, в общем, я его побила. И тут на тебе еще один босс! Причем тот, я думала, тот был сложный. Оказывается, следующий босс был еще сложнее. Короче... Да, блин, вы сто большой. Короче, это уже было дело принципа вчера. Нет! Пустите меня. Вчера, в общем, пройти Ведьмака я тоже делал принципы. У меня была, кстати, счастливая концовка. У меня все хорошо. Ну, не считая того, что Геральт один, ну, без женщины остался с Цири. Так. Давайте прочитаю, что вы написали. Я пошел искать коньяк. Пошел искать, вообще круто.
Да, так, I don't understand, sorry. I speak Russian. У меня хорошо, прошел Бога на YouTube, если что, запись есть. Отлично, посмотрю. Так, развод. Я не понимаю, что вы говорите, я говорю по-английски. А пишет по-русски. Google переводчик, что ли? Вау! На! На! Я уже нашел коньяк. Быстро ты. У тебя, наверное, дома бар целый. Ты так часто потребляешь? Мне так кажется. Тебе точно нужен бар. А, ну этих мелких я не боюсь. Да какого черта вы убежали? Они меня сами вон как боятся. Гранату они все-таки кинули. Я не пью коньяк, я пить водку. Я пью сок. Причем прямо сейчас. Фонарика тут нет? Опа! Есть фонарик. Эй, выпустите меня отсюда. Я что-то не поняла. Что-то я не поняла, ребят. Где выход заветный? У меня фонарик заканчивается. Реально, как будто Destiny смотрю. Но Destiny, да, чем-то похоже. Но разница очень большая. Я немножко играла в Destiny, немножко в Halo. Halo Reach не прошла. Я его до конца. Вот. Halo 3. Она у меня есть, опять же, тоже неплохо ее помню. В общем, разница очень большая. Все-таки у Destiny не зря плохие оценки. Там проблемы со всем, с балансом, и с искусственным интеллектом врагов, и с сюжетом. Ну, сюжета там вообще, наверное, нет. В общем, со всеми делами. Да, Барсун. А, как игруля? Слушай, это только самое-самое начало. Я просто знаю, что она мне очень понравится. Все такое. Вот, но самое начало. Пока толком ничего сказать не могу. Управление, нравится картинка, нравится первая часть. То есть это первая Halo, и она офигенно переработана. То есть тут ремастер вообще... очень суперский. 60 кадров и без загрузок. До шута. Ну и джойстик, конечно, очень удобный. Что пока что я получаю удовольствие. Пока она меня не бесит. Мне нравится все. Стопочка, привет. Я пью по особым поводам. Все вы... те, кто пьют, так говорят. И этих поводов очень много.
А, судьба, дерьмо, игра, не кормить. В этом дойная корова, они могут съесть дерьмо и умереть. Что? Судьба, дерьмо, игра. Это как понять? Судьба, дерьмо. Отличное слово вообще. Особенно судьба, дерьмо, игра. Водка пьет вас. Поняли, ребят? И никак иначе. Именно в таком порядке. Водка пьет вас. Обожаю общаться с американцами. Столько нового можно узнать о себе. А вот проход. Где вебка? Very Dread. У меня нет вебки на Xbox пока что. Она, к сожалению, не входила. Ну, точнее, она входила. Она входила в мои планы. Я собиралась ее купить, но я не ожидала, что она настолько дорогая. То есть у нас в Питере Kinect стоит 13 тысяч, хотя он мне нужен чисто для стримов. Мне вот эти все прибамбасы, которые там... Ну, типа... Что он там реагирует на движение, еще на всякую херню. Мне это все не надо. Чисто для стримов. Вот, и за 13 тысяч покупать вебку, но сейчас в каком-то магазине, не помню, то ли MediaMarkt, помню MediaMarkt, проходит акция, значит, за 9 тысяч можно купить. Если я успею, у меня будут деньги до конца месяца, то есть там акция до сентября, то я куплю Kinect. И я, конечно же, привыкла стримить с камеры. Без камеры самой как-то... Уютно, я хочу, чтобы вы меня тоже видели. Ну, пока приходится так стримить. Destiny плохие оценки, наоборот, и Destiny оценки очень даже. И оценки, и отзывы. Вообще все люди... Которых, ну, которых я спрашивала, как вам Destiny, брать ее или нет, все говорят, что очень сильно пожалели, что ее купили. Смотреть невозможно. Лэггинг. Лагает? Ребята, у вас тоже лагает стрим? 9 человек, которые смотрят. Скажите, пожалуйста, у всех стрим лагает? Виски разве? Ребят, я вообще не пью. Какие виски? Какие... Какой вообще алкоголь может быть? Я в нём не разбираюсь. Я не говорю по-русски, извиняюсь, пытаюсь понять. Я пытаюсь понять, но я не могу. До свидания, удачи. Спасибо, пока. Тебе тоже удачи. Goodbye. Зак. Поздравляю с обновой. А, в смысле, с Xbox? Я его уже давно купила. Месяц назад. Точнее, точно месяц назад. У меня был как раз бесплатный этот лайф на месяц. Вот он буквально 2 дня назад закончил. Иметь 2 консоли, это, конечно, круто и дорого. Ну, один раз дорого, потом, как обычно, покупаешь игры только, которые хочешь, и все. Я уже говорила, что Xbox я взяла чисто, как бы это кого не удивляло, для эксклюзивов. Ну, для меня вот эти эксклюзивы Halo, Gears of War, которые будут выходить, они для меня очень важны, я не могу в них не поиграть. Поэтому я всегда знала, что я куплю Xbox. Было дело времени только. Бежали. Вот достижение.
Да мы только начали, прикольно. Сюда мне. Девять тысяч все равно дорого для камеры. Да капец как дорого. Это мягко сказано, дорого, блин. Я для Соньки очень хотела камеру, но я тогда не знала вообще, как я буду стримить с камерой, буду ли я стесняться и все такое. Я просто так, ну, намекнула там своим друзьям, что вот, я хочу, все такое. Ну и мне на Новый год ее подарили, хотя я думала, что 3000 это капец как дорого. Ну, потому что сколько она, 3 или 4 тысячи стоила, я точно не узнавала. Вот. Я думала, что это дорого, то есть такая вещь, которая, может быть, мне вообще не пригодится. В итоге я ей пользуюсь, мне камера нужна. Вот. Я хотела брать Xbox с Kinect, но это получилось бы тысяч на 10 или даже на 15 дороже. Я взяла пока без него. Понятия не имею, куда мне идти. Буду идти, куда глаза глядят. Лоечку все равно круче. Ну как ты оцениваешь, что круче? Лично я настолько довольна Xbox, что я не могу сказать, что Лоечку круче. Конечно, там эксклюзивы, которые я обожаю, там и Uncharted будет, и все такое, но я сок пью, если что, сразу предупреждаю, если звуки странные. Ну, кот, не наступай на клавиатуру, сказала. Извините. В общем, я довольна. Ну а что я еще могу сказать? Что я недовольна, потратила 25 тысяч, я недовольна. Конечно, я нашла уже кучу плюсов. Как же иначе? Да и я бы не стала покупать Xbox, если бы я была в нем не уверена. Destiny для любителей Halo. У меня тоже не лагает. А, не лагает. Но игры-то на две консоли покупать надо. Ну да, и там Лайф, и PlayStation Plus тоже надо продлевать. Gears of War и на ПК выйдет. Я на ПК не играю, никогда в жизни не буду играть, в том-то и прикол. Я ради Quantum Break'а взял. Я бы ради Quantum Break'а бы взял. Она стопудово потом на ПК выйдет. Не знаю насчет ПК. Ничего, выйдет, не выйдет. Да. Я вообще тоже ради Quantum Break тоже взяла. Не бери пока камеру, лучше несколько игр на эти деньги купить. Chief? Chief, can you hear me? At last. Are you all right? На Соньку, чтобы с камеры стримить. Ну да, как вариант. Блин, ребят, я сейчас убью кота в прямом эфире. Вы, правда, этого не увидите? Что тебе надо от меня? Что тебе надо? Ляг уже, пожалуйста, не лезь ко мне. Господи, я его убью. Ну, куда ты лезешь? Люсь, ты, если что, не сможешь мне потом аккаунт бокса дать чисто поиграть. Говорят же, что на 10-й винде можно будет поиграть в игру от бокс. Ну, в играх на Соньке даже графон покруче. Да. Не знаю. С чего ты это взял, что там графон покруче? То что она типа как помощнее? Фиг его знает. Сложно пока оценивать. Я заметила только такой момент.
Например, игра Sunset Overdrive, в которой очень много врагов одновременно на тебя нападает. Вообще нет просадок FPS. А на Соньке, ну, я всегда включаю сглаживание на телевизоре. В шутерах, правда, этого делать не стоит. То есть, если изначально там где-то там 30 FPS или еще меньше, вот, и ты в шутере, например, включишь сглаживание, то есть у тебя будет 60 кадров, но игрой это не предусмотрено, то будет очень сложно стрелять и все такое. Вот, на Xbox стабильные 30 кадров, стабильные 60 кадров, никаких просадок нет. Мне это нравится. А насчет аккаунта не знаю. Пока не знаю. Может быть, и да. Задержка на несколько минут, как мне кажется. На несколько минут. Надеюсь, что нет, не знаю. Так, ну что, куда мне идти-то? Опа! Высадились. Блин, ребят, секунду. Кот, куда ты лезешь? Ты мне сейчас просто по заднице получишь и уйдешь отсюда. Заколебал. А-а-а! Я упала. Блин, короче, они высадились возле корабля. Не знаю, дальше мне идти или убить. Warning. I've detected multiple covenant dropships on approach. Мне понравилась эта гадкость. I recommend moving into those hills. If we're lucky, поездами давило монстров. Ну, посмотрим. Куда ж ты лезешь-то, друг мой? Иди куда-нибудь, иди отсюда. Я из этого кота не могу играть. Стоп. Ну чё, где их корабль-то? Я что-то ничего не вижу. Кстати, у меня здесь плохое укрытие, кусты. Надо было, наверное, в другую сторону. Стопочка, может быть, я просто поздно читаю комментарии, поэтому у тебя такое ощущение, что задержка. А, ну вот, я отхожу подальше. Они прилетают. Да, вон они. Да видишь, без камеры у меня народу будет на боксе долгое время мало. Я же буду стримить там и Лару Крофт, и, ну, всякие прикольные игры. Я думаю, с камерой народу сразу поприбавится. В любом случае, люди всегда заходят посмотреть, кто же это стримит, интересно же. Зайти и сказать там что-нибудь хорошее или что-нибудь плохое. Я сама практически на стримы без человека, без камеры не захожу. Поэтому я все прекрасно понимаю. Мелкие испугались. Ой, какая-то желтая граната в этот раз. Ой, она быстрее взрывается.
У меня вообще на Xbox пока один друг только. И тот, по-моему, ну, к разработчикам они относятся. А, двое друзей и оба разработчики какие-то. Они были изначально. То есть у меня друзей вообще нет на Sony. Ой, на Xbox. Я коньяк разбил, его собака лежит. Боже, Кас, что у тебя там творится? Ой! Черт возьми, самолет меня что ли стреляет? Как мне его? Сбить надо, гада. Двое. Трындец. О, он дымится уже. Давай, падай. Зараза. Возможно, это дохлый номер. Опа. Вау! Я убила себя сама самолетом этим долбанным. Ладно. Я, короче, приняла решение. Я сваливаю отсюда. Нет, я не поздно читаю. Я, в общем-то, читаю, когда они приходят. На Соньке-то то же самое, ну, сообщения, они всегда с задержкой приходят. Кстати, я, скорее всего, не смогу стримить, как я привыкла на Соньке. Короче, с этим зеленым экраном. Здесь, по-моему, такой фишки нет. Да вы задолбали меня. На земле и с воздуха фигачит меня. Сложный момент. Я была не готова. Сообщение приходит сразу, но показ задерживается. Ой, блин, нет! Нет! Камень грёбаный! Нет! Отвалите от меня! Что за фигня? Как так-то? Я думала, там только мелкие. Ай, блин. Придется за аптечкой вернуться. Я с таким здоровьем далеко не уйду. Блин, гранат нет. Я в полной заднице. Какой-то автомат очень слабый, что ли. Быстрее пистолетом их убить. Да блин! Ну вот. Доигралась. Warning. I've detected multiple Covenant dropships on approach.
I recommend moving into those hills. If we're lucky, the Covenant will believe that everyone aboard this lifeboat died in a crash. Alert! Covenant dropship inbound! They must be looking for survivors. Кстати, а куда делись самолеты, интересно? Они в меня постреляли, куда-то улетели. Где вообще полоска здоровья? В правом верхнем углу у меня, видишь, щит и такие палочки. В общем, щит, он восстанавливается. А здоровье, вот эти палочки, их нужно восстанавливать аптечками. Ну, прикольная система такая. То есть, если они в меня постреляли, у меня щит, например, там, он пищит. Я, короче, могу отдышаться, он опять восстанавливается. Вот, после щита у меня заканчиваются уже палочки здоровья. И вот если они закончатся уже, тогда я умираю. Вернись. Мою вообще не просчитала. Мою вообще не просчитала. Чё, как это понять? Эх, сесть бы сейчас в этот самолетик. Будем потихонечку продвигаться. Но к самолету я надеюсь, что я уже не вернусь. А, классный фест. Типа снайперского. Вот если самолет меня сейчас сзади не присанет, то, в общем-то. Ага, что ты подходишь ко мне, уходи. Ой-ой-ой. Они не стали долго терпеть, решили пойти в нападение. Сообщение не прочитала, но в ближайшем прошлом я не вижу от него ни одного сообщения. Я тоже сначала подумала, что он про сообщение. Гад, а? Заставляет меня отступать. Ну чё, сдох? Ни хрена не сдох. Наконец-то! Блин, да какой он живучий-то, а? Там впереди еще один такой. Я боюсь представить, что там за следующий уровень сложности. Так, пистолет мне нравится, значит, буду вместо автомата вот это брать. Подходи! Yes, я его убила в последнюю секунду. Ну, вроде все. Гранаты. Главное, две гранаты подняла,
а сумма их не изменилась. Наверное, другие гранаты подняла. Мне вообще сюда? Или нет? А пофиг. Уже поздно. I'm reading a lifeboat beacon over the next hill. We should check to see if there are any survivors. Ищем выживших. И они ищут выживших, и мы ищем выживших своих. Давай улетай отсюда. Сначала можно их из такого пистолетика фигачить. Курки вибрируют, так прикольно. Не могу сказать, что это очень нужная функция, но мне приятно. Horizon тебе понравилось на E3, будешь ее ждать? Я ее уже жду. Мне очень понравилось. Такой необычный какой-то мир. Новая какая-то эпоха. Очень заманчиво, и хочется посмотреть, что же, как же историю узнать. Блин, там же мои солдаты, а я тут торможу. Они там жопу рвут. Пока я тут медлю. О. Чекпоинт. Я была очень довольна этой Е3 и очень много чего жду. Welcome to the party. Monday. Party. Don't worry, Sergeant. We'll stay here until evac arrives. Heads up! I got a Covenant dropship heading in! Over here! Ага, он еще гад высаживает. Покрытие все! Ого, с щитами? Мне эта игра чем-то Mass Effect напоминает. Вот эти вот... Стрельба именно такая. Конечно, она от первого лица. Странно, что люди, выглядящие как первобытные, сражаются с механизмами. Ну, они выглядят как первобытные, потому что... Им самим, вот в мире, который уничтожен, приходится все заново создавать, придумывать. Поэтому они так выглядят. А вот эти организмы, роботы, которые собирают, в общем-то, едят траву и перерабатывают ее как-то, то ли в энергию, то ли что. Это очень интересно. И графика мне понравилась. Так вот, первый трейлер просто... Неожиданно перетекло все в геймплей. Классно. От третьего лица меня это радует. Я вообще игры от первого лица не очень люблю. Дай-ка мне свое оружие. Ты умер не напрасно. Еще высаживает? Да вы офигели. Хоть одну главу я сегодня пройду, интересно.
главы здесь длинные, насколько я знаю. Сюжеты подавно. Надо будет в сюжет вникать. Жалко, что она на английском. Пока что я думаю, что я все поняла. Более-менее. Зачем такие гадости пишешь? Самый умный, что ли? Оп. 100 хрюков убила. Когда я успела? Мне кажется, штук 20. Каких 100? Круто. Стопочка, я сама модер, я его могу забанить. Я просто обычно с первого раза не баню. Сейчас посмотрим, если будет еще что-то в этом роде писать. Мы с ним попрощаемся, а так? Может, он случайно это написал? Мало ли чего бывает. Может, это не он написал, а может, случайно, может, он не это имел в виду. Прикольно. Да ёшкин матрёшкин! Патроны заканчиваются. А, Люсь, просматриваешь сообщения от забаненных людей, если модер забанил, и ты не видела, что там? А, я не знаю, как это делать, поэтому нет. Хотя интересная функция, слушай. Ты мне не подскажешь, как это сделать? Ладно, еще? Я тут с одним не могу справиться. Я писал про Медиамаркт и спрашивал про акцию с мечом. С каким мечом? Я говорила про акцию, то, что камера стоит 9000. Ну, все. Какой у тебя вопрос? Больше ни про какие акции Медиамаркта я не знаю. Тебе интересно, можешь к ним на сайт зайти. Там все написано. Упс, упс, упс. Блин, они меня окружают. Дело. Да пошли вон! Мелочь пузатая. О нет. Так, я снова-то стримы смотрю, там можно проверить сообщение, даже не будучи модером. Просто нажав на удаленное сообщение. Пока читала, меч не убил. Ладно, пускай убивает. Надо нормально начать. Да мочи уже, запарил.
Так, куда бы мне свалить и спрятаться? Туда, наверное, лучше всего будет. Нажав на удаленное сообщение. Ну, прикольно. Я даже не знала, что так можно. Блин. Да блин, да что вы меня окружаете? Окружают гады. Такая акция у нас может получить всю закупку бесплатно, если попадешь мечом. Охренеть. Отлично. Убила гада. О, и оружие у него отняла. Если попадешь мечом, куда? И каким мечом? Вообще прикольная акция, конечно. Херачит, херачит меня! Опять окружили! Больше всего вот эти большие смущают. Кстати, прикольно здесь целиться не надо, то есть, ну как обычно, левым курком целишься, правым стреляешь, а здесь не надо целиться. У тебя изначально такой вид. Вроде подраскидала. Ну чё, на карте вообще врагов больше нет. Футбольным мячом в дырку. Весело. И убегает сразу. Ну что за вредный? У него щит уже красный. Конец. Так, все патроны выходят. Чупончик. If those lifeboats make it down, the Covenant are going to be right on top of them. Fellhammer, we need you to disengage your warthog. The Master Chief and I are going to see if we can save some soldiers. Roger, Cortana. Okay, Charlie Team, warthog deployed. Settle up then. Give мы улетаем отсюда нахрен. Roger, Fellhammer, stand by to evac survivors and transport нет, them не улетаем, to safety. Уезжаем. That's affirmative. Echo 419, stay поехали. Out. Блин, управление вообще жесть. Стиками. Так, куда ехать? О, это знаменитая песня. Блин! Сразу говорю, буду ехать как лошара.
сложно управляется машина. Как-то ты вроде как камеры управляешь. В то же время поворачивается машина. Ничего не понял. I've hacked into the Covenant battle network. We're actually broadcasting tactical data on unencrypted channels. А, кажется, поняла. Левый стик надо вперед держать, это газ. I'm going to use your suit's transport system. А, правым поворачиваешь камеру и поворачиваешь машину. Да, вроде так. Может быть, что сделали это? Ой. Надо сюда было заезжать. Вау! Там дырка была. О, правильно еду. Уже радует. Блин, я выпала. Чувак, ты жив? Блин. О. Ковенанты. Слышь, дай я сяду за пулемет. Патрончики бесконечные. То есть ты в сетевом магазине работаешь или участник? В сеть магазинов. Блин, далековато. Ну чё, запрыгивание? Давай, стреляй. Херач! О нет, только не этим. Мне вот эти вот большие вообще раздражают. Их очень долго бить. Он где-то спрятался. А ты где работаешь? Сама. Нет! Это попадос. Гранаты нет. Тьфу. Убили. Надо самой садиться в этот пулемет. Нет! Вылезай! Слезай! Я работала в сетевом магазине со шмотками, это был сущий ад. Не, ну, у меня не сущий ад. Иначе я бы... не проработала так много времени. А, я уже сколько? 3 года, 3,5 работаю в этом магазине. Контакт!
почему для тебя это ад? То есть что-то явно было не так, не просто так же тебе не нравилось. Или зарплата маленькая, или клиенты достали. Клиенты, да, доставучие. Но это любая работа с людьми. Тут нужно просто привыкнуть, не обращать внимания на дебилов, потому что их очень много. Причем все они думают, что ты дебил, они приходят сразу же злые изначально, орут, плюются на тебя. Работал оператором, сейчас в декрете. Ну, декрет это тоже, это не на шее. У тебя же там декретное и все такое. О, убил ее. Лео всех убила. Теперь мне легче стало. Но я чувствую, что мне все-таки вон туда, наверх. Иначе они бы на меня оттуда не напали. Хотя... Сейчас я дойду до конца вот этого моста и посмотрим, что здесь. Может быть... Может быть, мост надо поставить? Придется подниматься. Отлично, гранаты, патроны. Я готова. Ой, что за странные звуки? Какая-то сигнализация. Да отстань ты! Фух, одного убила сразу. Зарплата нормальная, да и клиенты редко доставучи приходили, но объем работы убийственный был и управляющий, который ни хрена не делал. Да, вот с объемом работы у меня тоже бывают завалы. Бывают все мысли о работе, она заполоняет мою жизнь, бывает. Вот, а управляющий у меня сейчас очень хороший. Ух ты! Кажется, я мост делаю. Что такое декрет? Это когда ребенок рождается, и ты в отпуске по этому поводу. Дима, привет! Главное, не привет, ни хрена. Чем закончился ведьмак? У меня была хорошая концовка. В общем, все живы. Цири стала ведьмачкой полноценной. Получила ведьмачий меч. Геральт у меня жив-здоров. Получает заказы, выполняет их. Но, к сожалению, в гордом одиночестве. С девушками я облажалась. Главное, я понимаю, если ты там... И Йеннифер, и Трис там, что-то там с ними замутишь, короче, из-за этого останешься один. Но в моем случае я просто всем нафиг отказала, потому что, короче, я тупанула очень сильно.
Из-за этого у меня Геральт остался один, но концовка хорошая. Главное, что все живы-здоровы. There's new traffic on the Covenant battle network. A lot more crew made it off the Autumn than I had predicted. The captain really can tell. Сделать достижение, связанное с Гвинтом. Но, к сожалению, я не могу его сделать, у меня зависло там. Видимо, я должна еще с кем-то, с каким-то сюжетным героем сыграть в Гвинт, но сюжетных героев уже нет. Есть только какие-то левые. А что, Весемир может не умереть? Умер у меня. По-моему, он у всех умирает. Маленькая, но гордая птичка, понятно. Это кто? Маленькая, но гордая птичка. Мне непонятно, о ком. Чувака прикалывает, как я машину вожу. Ну куда мы едем? На карте бы хоть было бы... А-а-а! На карте бы хоть нарисовали. Геральт? Маленькая, но гордая птичка Геральт? Ну, можно и так его... называть разочек. Ну, я вроде поняла, как эту машину управлять. Ты давай херач, а я пошел. Мадара, привет. Ну, я рада, что я играю в Halo. А так зрителей, конечно, маловато, и я особо не удивлена. Эта игра у нас не очень популярна. Тем более на Xbox меня никто не знает. Да, я просто вчера Ведьмака прошла, поэтому теперь Halo. Я играла в Halo Reach и в третью часть. Но не прошла ни ту, ни другую. Я, конечно, на Xbox раньше много играла, но... Со стримами я больше прохожу, то есть там что-то я, видимо, не поняла. Ну, короче, надо с первой части играть, и поэтому сейчас хочу все части пройти, чтобы наконец-то все понять, сюжет и все такое. То есть, когда ты начинаешь с какой-то части, знаешь, с середины истории, тебе, может быть, там не очень интересно. А так, может быть, я просто отвлеклась на какую-то другую игру. Я не помню, почему, но я не прошла. Ни ту, ни другую. Отлично, патроны кончились. А ты играл? Halo вообще. Какую-нибудь. Ну да, потому что без камеры. Это все фигня.
меня пробный стрим, я просто хочу потом посмотреть, в каком качестве идет и все такое. Для меня это важно. Ну, чтобы в дальнейшем стримить там в нормальном качестве. Тут тебе Xbox как бы сам предлагает качество. Самое подходящее. Вот я его выбрала и... Надо понять, то есть нету ли лагов и вообще какой-то формат и все такое. Я играл первую, вторую, третью. Ништяк. Круто. Ёпарасоте! Вы меня напугали! Жаль, что не стримила, хотелось посмотреть хорошую концовку. У меня плохая была. Да потому что я вчера посреди ночи его проходила. Я говорю, я не ожидала, что я пройду. Я включила, думаю, попрохожу, там что-то поделаю. Вот. В итоге у меня босс. Я такой, опа-опа, сейчас пройду, короче. Потом у меня еще один босс. Они были вообще неубиваемые. Вот, я эти две битвы потом в группу скину. Как же я там страдала. Мне со стримами вообще беда на боксе. Какое-то, какое качество бы не выбрал, пишет задержку. Что это значит? Мне еще сказали, что у меня тоже какая-то задержка. Стрим тормозит или что-то такое, я не знаю. Как с этим бороться? Блин, голос еще пропадает. Ну вообще весело. А хоррор играешь? Я в хорроры играю, конечно. Я очень люблю хорроры, ужастики. С удовольствием поиграла, если бы сейчас было во что. Ну, в ближайшем будущем я буду играть в Until Dawn. Не знаю, насколько она страшная, конечно. Вроде как хоррор. Сейчас нормально, задержка небольшая. Не знаю, как ты это определяешь. Так, куда мне дальше-то идти? Никак не соображу. Вечная моя проблема в играх. Куда идти дальше? Так, может быть, куда-то сюда и что-то надо сделать? Или здесь какая-нибудь дверь? Сейчас позырим. Сейчас позырим, ребят. А, или вон туда вообще? Все, я, кажется, поняла. Люблю такие шутеры на природе. Да-да-да, мне сюда, отлично. Это что за штучку? А, разметка просто. Чекпоинт дали, значит, сюда. Я так думаю. У тебя, кстати, идет гладко стрим. У меня почему-то... лагает, хотя скорость хорошая. Я, наверное, на машине должна тут ехать. Да слушай, у меня тоже сначала лагало и... Короче, Мадара, на форумах почитай, что с этим сделать. Блин, сейчас ударил по микрофону случайно.
В общем, там нужно прописать кое-какие настройки. Иначе у тебя будет лагать. Это нужно обязательно сделать. У меня лагало очень сильно. Первые два раза. Потом я зашла на форум. У многих такая проблема, пока там, короче, не пропишешь какую-то фигню в настройках сети. Там какие-то цифры повторяющиеся, вот их там пишешь, и все зашибись становится. Ну как зашибись? Ну, намного лучше. Я на Соньке, кстати, то же самое делала. Что именно, я уже не помню, то ли над, то ли... Я не разбираюсь в этом, я просто все делала по инструкции. Да-да-да, вот на каком-нибудь, вот просто прям где-нибудь там в Яндексе напиши лагает стрим на Xbox One. Ой-ой-ой, целая куча взрывов. Да, ДНС, да-да-да-да-да. ДНС. Все верно. Надо прописать другую. Кстати, сегодня какое-то обновление для Xbox у меня закачалось. Я не знаю, что это. Что обновилось. Поищи, я это сделала практически во второй день. Потому что невозможно было стримить. Картинка сыпалась, мне писали. Все ужасно. Опа, опа, самолетик. Ай, нападают гады мелкие. И не мелкие. Да тут твёнь вот меня. Блин. Да что он ко мне пристал? Да блин. Окей, Google. Задержки, подвисания. Тебе смешно, а для стримеров это настоящая проблема. Так пишешь, как будто ты первый раз сейчас про эту игру услышал, про Until Dawn. Здесь еще где-то большой бегает гаденыш. Там аптечка лежит. Хорошее место. А вот там этот придурочный высадил врагов. А мне в какую сторону-то идти? Получается, что туда. Ну, имею в виду твой стрим. Да улетай ты нахрен отсюда!
бесит со своими врагами. Особенно вот эти. Петушары. Я тут сразу все понял. Я сваливаю. Делаю ноги. Нет! Патроши! Ты офигел, что ли? Отдавай пушку свою. О нет. Вот. Попала, каким макаром. А, она самонаводящаяся. Отличный пест. Не может не радовать. Тем, что он самонаводящийся. Ёпарас, да сколько их там? Так. План перехват. План делаем ноги называется. Да ну... Нет! Да блин, у меня такая классная позиция была. Идите нафиг! Нафиг идите! Хоть что-нибудь сохранилось. О, сохранилось! Боже! Да блин, патронов нет! Да вообще не выйдет. Похоже, что отступать надо намного раньше. О, супер, супер. Супер, патроны нашла. Сейчас вам будет не так весело. Вот это другое дело. Другой разговор. Класс. Котик еще живой, а то что-то не мешает. Да, он все-таки добился своего и залез туда, куда хотел. Котики, они такие, они ищут всегда какое-нибудь убежище себе, какую-нибудь норку. И у меня кот меня просто достает. Он... Я сижу, он ко мне подходит и начинает свои лапы, вот мою кофту или там что-нибудь такое дергать, дергать, типа впусти, открой одеяло и так далее. На самом деле, я бы вам сказала, где он, но это будет неприлично. Он находится там, вот куда ты написал. Ему там тепло и уютно. Да блин, неужели нету пушки моей любимой? Это что? Вау! Вау! Это снайпа! Это снайпа, мать твою! Да я сейчас всем тут просто рога поотшибаю. Про норку, ну да. Греет
греется и греется и греет. У нас теплообмен. Я вижу на карте, что там где-то враги. Эх, вторую пушку мне тоже надо крутую найти. Это мне не нравится. Ох, не нравится мне это. Ладно. О, еще ближе можно. Шикарно. Шикарнейшая пушка. 4 патрона надо не забывать заряжать. Хитро сделано. Радар, короче. Когда они не двигаются, я их не вижу. Как тебе это? Не ожидал такой подставы? Ну вот и все, кажется. Cortana to Echo 419. Foehammer, stand by. We weren't able to rescue anyone here. We'll call in when we need you. Дойти туда, что ли? Прикольно, у меня даже целое здоровье. С такой пушкой они только трясутся. Ну. Правильно я иду или нет? Reports that the Covenant has located and secured the Pillar of Autumn's crash site. The good news is the captain is still alive. The bad news is that the Covenant have captured the entire surviving command crew. Let's hurry and find the final lifeboat so we can link up with the rest of the survivors. На карте мне вообще не показывается, куда идти. Догадайся сам. Уровни большие, открытые. Так что можно заблудиться, я лично так думаю. Мне кажется, я уже хожу по одним и тем же местам. Хреново. Быстрого бега нет. Машины тоже нет. Сейчас я попробую туда вернуться и повернуть в другую сторону. Я потом зайду. Я кушать пошел. Давай, давай, пока. Приятного аппетита. Я тоже очень хочу кушать. Не знаю. О, наконец-то метка появилась хотя бы на карте. Очень хочу кушать, но я хочу пройти хотя бы первую главу. Тут 10 глав. У меня видно там в меню, когда заходишь, то что тут 10 глав. Здорово! Чё, я буду за рулем? Как скажете? Я дико извиняюсь за то, что я так вожу машину. Чуваки, держитесь. Стреляй, мать твою! Кстати, у нашей машины очень большие проблемы со здоровьем. Лайфбот? Лайфбот. Мне аптечки не нужны. Херач!
закажи пиццу и смотри, откуда приедет. Не, у меня есть что поесть. У меня и суп есть, и курица с грибами. Там такое блюдо. Я вчера ночью готовила. У меня вообще вчера бессонная ночь, походу, была. Я готовила и играла в Ведьмака. Ну, точнее, сначала я играла в Ведьмака, а потом я готовила. Ведьмак слишком сильный голод во мне вызвал. А, кого я вижу? Головешечки. Найс шот. Шот, точнее. Лей даун. Красный готический суп. Да, да, он самый. Это тот суп, который у меня получается вкусно. Не знаю, как он называется, но... Я его зато умею готовить. Отличное название. Да будет так. О, боже! Там столько врагов. Там просто полкарты сейчас красного цвета было. Повылазили, называется. У меня не так уж и много патронов. Будем импровизировать. Блин, далеко. А вот это было звонко, наверное, попало. Там все мало. Ух ты, 93 патрона. Так я точно не пропаду. Снайперка и пушка крутая. О боже. Труп залетел. На карте я кого-то видела. Попробуем дальше пойти. Субладборн без пуповины. Что за ужас? Что за кошмар? Я отказываюсь это читать и переваривать. Что она сейчас сказала? Опять чекпоинт. Зачем мне так много чекпоинтов? Не пугайте меня. Подозрительное место. Mm.
Не видно, куда идти. Опять 25. Ладно, пойдем туда. Ощути вкус платины. Я, кстати, так и не выбила платину. Не могу я больше играть в Bloodborne. Сил моих больше нету. Но я увидела все концовки, и я довольна. Там то, что в лабиринте нужно было делать, вот на это у меня уже сил не хватает. Так. Это новое место, или я здесь уже была? Опять почему-то был чекпоинт. Такие базы странные. Выпускают какую-то энергию. Может быть, для того, чтобы Хейла существовал вокруг. Илья, привет. Кажется, я зря сюда приперлась. Меня сбил чекпоинт. Вот нахрена вы сохраняете мою игру, если я не туда пошла? Вопрос на засыпку. Нахрена это делать? Почему здесь нет быстрого бега? Это тоже печалька. Так, с оружием все норма. Илья, у меня последний день отпуска. Мне так... Меня это так гложет вообще. Я весь день играю. Ну, я, конечно, погуляла там чуть-чуть. Все нормально. Все равно день пролетел очень быстро. Завтра начнутся мои мучения. Пойду вдоль реки. Вот тебя заел этот суп. Смотрите, там вход какой-то. Интересно. Интересненько. Да, кстати, наверное, мне в итоге туда. Сейчас я посмотрю, что здесь. Если здесь есть враги, то сначала сюда. Подписка заканчивается. PlayStation Plus. У меня, по-моему, один или два месяца еще PlayStation Plus будет. Вот. А на Xbox один месяц. Сидят в машине, ждут водителя. Погнали уже, говорят. Парило. Так, а чё у нас машина такая сломана? Поцыки! Мы приехали. Вау! Дело в том, что я думаю, что мне вон туда. Как тебе, спартанец? Это ты про кого? Какой еще спартанец? Да, наверное, я должна была сюда на машине приехать, но я пойду пешком. По хардкору.
Нет, они ведь не знают, где мой магазин. Я такую информацию никому не даю. Там в начале, когда я стримила... Сейчас я сок попью. В самом-самом начале... Я, короче, говорила, где я живу, кем я работаю. Вот. Сейчас я уже так не делаю. Потому что еще оказался один чел, который недалеко от меня живет. Короче, жесть какая-то. Ну, может быть, изобрел кто-нибудь случайно. Да пускай. Я, кстати, думала об этом. Я... Ну, ничего не стесняюсь. У меня нормальная работа. Так, чё за фигня? Боже, неужели я не туда пришла? Про моего персонажа? Классный. Персонажа этого я люблю. Хороший. Интересно... Тоже там под маской-то скрывается. Блин, мне не сюда, оказывается. Господи. Я проделала такой долгий путь, мне на самом деле не сюда. А куда мне? Где мне посмотреть мое задание, интересно? Мастер Чиф не человек. А кто он? Вот это вообще очень интересно. Кто же он? Инопланетянин, может, какой-то вообще... Любопытно, конечно, потому что в трейлере Halo 5 он там маску снимает. Ну, не знаю, я все-таки надеюсь, что он человек. Может быть, какой-нибудь супер, может быть, там какой-то наполовину робот, там фиг его знает. Стоит такая девушка, покажите то, расскажите все. Кстати, я такого не позволяю на работе, чтобы меня там кто-то особо мучил. Я обычно сплавляю таких клиентов там пацанам. У нас потому что есть пацаны, которые любят общаться с клиентами, с общительными. Я сразу же там... Эй! Поможешь мне тут кое-что? Да, да, конечно. Так, ну что за фигня? Почему мне не показывают, куда идти? Хожу, брожу тут как неприкаянная. Генно модифицирован. Ну я по порядку хочу всю историю Хейла все-таки узнать. Постепенно пройду вот эти несколько частей, которые вот в этом сборнике есть. Ну и все хочу понять, потому что сюжет тут, конечно, интересный. Кто он, что тут за война, как все обернется. Прикольно. Ой, блин, я не понимаю, куда мне идти. Графани Айс? Блин, это первая часть, Илья! Первая! Она в 60 кадров идет. У меня это в голове не укладывается. Какой ремастер офигенный. Эта игра вышла хрен знает в каком году вообще. Блин. Подстава, подстав. Не пойму, куда мне идти. Может, все-таки как-то на эту базу надо залезть? Точнее, внутрь нее. Да, Дим, здесь сюжет, причем очень даже крутой.
Это, конечно, может показаться странным, но он здесь действительно есть. Блин, надо же так облажаться. Я, видимо, то ли прослушала, то ли чё. Подожди, чё, реально фильм есть? Ты меня удивил. Офигеть. Так, наверное, мне вон туда, где эти штуки блестят. О, кажется, я нашла, куда идти. Давай, давай, я хочу этот фильм посмотреть. Правда, я не знаю, как поступить. Посмотреть его до или после. Блин, опять я сюда пришла. Нет, я что-то не соображаю. Сейчас, секундочку. Так, найдите выживших морпехов, помогите им сражаться с ковенантами. Блин, это я и так знала. Ходи по яму с пистолетом, убивай всех. Интеллетом? Мульт войны Хала. Прикольно, посмотрим. Что это за мульт войны? О! Я не врубаюсь, куда мне. Может, туда? Нет. Меня чуть не скинуло. Мульт войны. Подожди, это мультик или фильм? Странное какое-то название. Радар бы хоть мне показал бы, куда идти. Так, там ничего нет. Там вроде тоже. Здесь зачем-то один ковенант вылез. Такое ощущение, что вот отсюда куда-то надо идти. Ну, предположим, в эту сторону. Да, герой у меня уже столько километров сейчас пробежал. Не удивлена, что он вспотел. Войны Хала. Ну ок. Не знаю, может, посмотрю. Чуваки, чего вы тут стоите? Что делать-то мы с вами будем? Ой, второй не сел. Черт. Блин. Да что такое? Зашибись, в итоге я умер. Подстава. Так. Вот в той стороне я не помню, что. То ли я изначально оттуда пришла, то ли...
Пойду туда схожу. Это, по-моему, единственное место, куда я еще не ходила. Так, ну там тоже какой-то путь, и не один. Пойду посмотрю. Вариантов у меня немного, надо искать, куда идти. Ну что ж такое, ну... Почему, почему? Мне непонятно, куда идти. Мне это... Очень напрягает. Может, я типа как сама должна найти? Ну, это странно. Ну, а ну здесь я бегала как сумасшедшая, убивала их. Я здесь была, вот они, трупы. Целая куча трупов. И людей тоже убивали. Надо найти выживших. Пока что я нахожу одни трупы только. Вот, ну или еще один вариант на машине поехать все-таки в тот туннель. Да. Фигово. Не напоминай мне про Ведьмака. Боже, я его еле-еле закончила. У меня в конце там такая жопа была. Он мне очень сложно давался, потому что я только после прохождения игры сделала там сет медведя и все такое там. И доспехи нормальные, короче. И оружие. Только после прохождения игры. Я пошла на последнего босса, у меня было где-то 15 очков умений не потрачено. Вот. И, в общем, я уже не могла их потратить, потому что бой начался. Блин, задолбалась я уже тут бегать. Я здесь была, я везде в этих местах была, ну. Главное, обычно, когда есть, ну, народ на стриме, хотя бы там человек 20-30, кто-нибудь рано или поздно все равно подскажет, что делать, куда идти. Сегодня, блин, мне приходится одной тут дуваться. Здесь так мигает. А, мне не очень нравится это оружие. Halo 4, идущий к рассвету кино. Блин, ты хотя бы знаки препинания ставь, я не знаю, что ты имел в виду в этой фразе. Хальцо, блин. Короче, остается только один вариант. Сесть в машину, раз уж мне давали машину. И куда там, мать ее, на ней поехать? Какая у тебя там дискотека, Дима? В общем, буду пробовать на машине, наверное, в тот туннель. Он какой-то самый привлекательный. Правда, я там была.
Ну, возможно, я смогу что-то в нем сделать. Еще раз. Может быть, мне нужно вот этих вот так называемых выживших. Нет! Может быть, мне их нужно куда-то доставить, вот этих двоих. Ну давай, блин, вездеход, выезжай отсюда. Так, второго надо подцепить. Ну идешь, не, мужик, вылезай оттуда. Давай садись, Речь. Все. Так, мы готовы. Ладно, попробую в туннель заехать. Тем более по нему очень даже приятно ехать на этой машине. Очень приятно. Забыл, как это называется, когда по водопаду на вездеходе с пулеметом. Мне кажется, нет такого названия. Кстати, один из пассажиров у меня вот-вот умрет, по-моему. Что-то загрузилось. Лодинг был написан. Неужели я правильно еду? Не может быть. Нет! А, это фильм «Предыстория»? «Хала 4. Идущий к рассвету». Это фильм «Предыстория». Здорово. Очень здорово, надо посмотреть. Ого. А, надо мост еще один поставить. Все, я поняла, чуваки, ждите меня. Я не знаю, они сами сели на места пассажиров, и я поняла их намек. Так, нет, не сюда. Кстати, еду я очень даже нормально. Ты бы почувствовал бы это управление. Это... Тебе не хухры-мухры. Так. И что же я должна здесь сделать? Что я должна здесь делать? Ёпрст. Неужели мы должны были перепрыгнуть через мост? Обожаю этот момент в игре. 3 часа не могла понять, куда идти. А теперь не могу понять, что здесь делать. Спасибо, Илья. Да я, блин, с такими успехами думаю, что стрим у меня скоро закончится. Я терпеть не могу, когда я туплю. Какая-нибудь элементарная вещь, которая у тебя перед носом, ты не можешь понять, что делать.
Ну, никто этого не любит. Тупить никто не любит. Блин, ну что ж такое-то, а? Пацаны, неужели мы не туда приехали? Хоть бы слово сказали, я бы уже по-английски бы даже поняла бы. Территория-то огромная. Тут можно очень долго ездить. Прощальный залп в крышу. Кот вообще развалился. Ладно, минут пять еще сейчас поищу, куда идти, и, наверное, пойду жрать. Это для меня слишком. На сытую голову, как говорится, я сразу, наверное, пойму, что мне делать. Так, здесь тупик. Здесь тупик. Ага. В итоге мне наверняка надо на тот берег, но здесь выложу ВКонтакте. Я тебе суп выложу ВКонтакте. Вот там вот какая-то штука стреляет в небо, может быть, мне как-то туда? Так, здесь мигает, там мигает, здесь мигает синим, там мигает зеленым. Держитесь, пацаны. А вот так. Да, это мне очень помогло. Мастер Чиф у меня просто в полном замешательстве. Ну хоть бы слово сказали там. Эй, типа, тебе туда-то. Нет, блин. Может, я как-то эту штуку должна отключить. Нет, ни хрена. Ладно, я сдаюсь, короче. Сейчас я пойду поем, потом включу. Сама найду, куда идти. Потом не знаю, буду ли я стримить. Посмотрим. Да не, ну... Да это мой куриный мозг не может понять, куда идти. Это при чем здесь Microsoft? Ладно, все, чуваки. Спасибо, что смотрели мой бродячий стримчик небольшой. В общем, до встречи.